Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». Инспекторы ГИБДД зарегистрировали 30 нарушений правил дорожного движения. Один автолюбитель не имел при себе документов. Трое пренебрегли ремнем безопасности. Один был лишен прав. 10 водителей были наказаны за чрезмерную тонировку автомобиля. Один нарушил требования дорожного знака. Еще один – правила маневрирования. Один автолюбитель не предоставил преимущество движения пешеходу. По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамску, за минувшие сутки были зафиксированы 2 кражи личного имущества, 3 мошенничества, 2 факта кражи денег с банковской карты, 1 факт хранения избыта наркотиков, 3 телесных повреждения, 21 имущественно-хозяйственный спор, 6 мелких хищений, 2 обращения в больницу, 4 семейных скандала, 2 повреждения чужого имущества и 11 административных правонарушений. Бригады скорой помощи совершили 187 выездов. Из них по поводу получения различного вида травм к медикам обратилось 6 человек. 26 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксирован один выезд, связанный с криминалом. Кроме того, 3 человека обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 3 выезда оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появились 2 девочки.